Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 8 августа – самый удачный день, когда исполняются все желания. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Наступает время власти пятых лунных суток, являющихся светлым и благоприятным днем, дарящим исполнение желаний и посылающим вам достойную награду за благородные поступки, которые совершали ранее. Наибольшая удача будет ждать тех, кто готов отстаивать свои интересы, а также бороться с несправедливостью. Попытки добиться желаемого нечестными способами не принесут успехов, поэтому действуйте исключительно честно и не поддавайтесь на возможные искушения. Особенности этого дня. Луна на время прощается с Девой и переходит в Весы, но свойственная земному знаку педантичность еще какое-то время будет напоминать о себе, гармонично сочетаясь с ощущением внутреннего равновесия. В эту пору вам будет особенно легко уладить имеющиеся разногласия с окружающими, достичь компромисса в сложных ситуациях, найти общий язык с самыми претензионными личностями. Кроме того, день идеален для заведения новых знакомств, обретения полезных связей, а также для восстановление взаимоотношений с теми, кто для вас действительно важен. Энергии пятых лунных суток запускают важные внутренние изменения, которые станут началом процветания и откроют перед вами новые пути. Поэтому не сопротивляйтесь событиям, которые сегодня ворвутся в вашу жизнь. Даже если сейчас они не кажутся вам особенно позитивными, вскоре вы убедитесь, что временные трудности стали необходимыми ступенями на пути к вашему процветанию. Однако в этот период очень важен правильный настрой и позитивный взгляд на жизнь. Не допускайте пессимизма, гоните прочь мрачные мысли и старайтесь находить позитивные моменты во всем, что вас окружает. Хотя день относится к позитивным и благоприятным, а люди сегодня не склонны к раздражительности и вспыльчивости, вы можете столкнуться с перепадами настроения, а события вряд ли будут идти по запланированному сценарию, поэтому не забывайте о сдержанности и миролюбии. Старайтесь совершать как можно больше добрых поступков, помогайте другим, если это в ваших силах, но не забывайте и о своих интересах. Вселенная обязательно оценит ваше усердие и пошлет за него достойную награду, советы и рекомендации. Это неплохое время для решения задачи, связанных с бизнесом, но действовать необходимо продуманно, оценивая каждое свое действие. Прежде чем принять какое-либо решение, оцените возможные последствия и риск неудачи, поскольку все, что вы начнете и продолжите сегодня, окажет влияние на события текущего месяца, а в некоторых случаях может напомнить о себе и спустя более продолжительное время. Старайтесь как можно больше взаимодействовать с коллегами, поскольку пятые луны сутки не особо подходят для выполнения индивидуальных задач. Коллективный труд позволит добиться отличных результатов в задуманном, успешно завершить начатое и дать старт новым проектам. Также это неплохое время для проведения переговоров и совещаний, но избегайте излишней напористости. Финансовые операции, особенно если речь идет о крупных суммах, лучше отложить на другое время. Суммы, которые вы вложите в бизнес, рискуют никогда не окупиться, а совершенные покупки вряд ли будут удачными, особенно при внесении предоплаты. Однако это идеальное время для погашения задолженности. Рассчитавшись с долгами, вы привлечете к себе дополнительные денежные потоки. Несмотря на царящие сегодня позитивные энергии, это не самый лучший период для кардинальных перемен во внешности. Однако этот день идеален для применения отваров и настоев, предназначенных для улучшения кожи волос и общего оздоровления. Не менее эффективными окажутся косметические средства на травяной основе, приготовленные самостоятельно. В период власти пятых лунных суток любое общение будет складываться идеально, поэтому взаимоотношения со второй половинкой подарят множество приятных впечатлений и позволят узнать друг о друге что-то новое. Удача ждет и тех, кто пока не встретил свою любовь. Общение с противоположным полом сложится самым лучшим образом, поэтому уверенно назначайте свидание и наслаждайтесь моментом. Мощная энергетика дня не терпит бездействия, однако это не значит, что вам придется забыть об отдыхе и погрузиться в дела. Однако не пытайтесь провести вечер в уютном кресле за просмотром любимого сериала. Такое времяпровождение не снимет усталость, более того, вы можете почувствовать еще большую разбитость. Поэтому отдайте предпочтение активному отдыху, к примеру, запишитесь на урок танцев или займитесь облагораживанием своего сада. Приятные впечатления, полученные в процессе, помогут вам зарядиться энергией на длительное время. Магические ритуалы этого дня.
Период власти пятых унасуток особенно хорош для магических практик, направленных исключительно на привлечение благополучия. Это хорошее время для защитных ритуалов, привлечения изобилия, но проводить ритуалы допустимо только в одиночестве. Коллективные практики не принесут желаемых результатов. Привлекаем богатство. Накануне вечером оставьте на подоконнике любую монету или купюру, а рядом положите любой денежный талисман. Лучше всего, если это просто будет лист лавра. На утро обязательно до рассвета. Накройте денежку и предмет руками и скажите: «Луна в рост пошла, силу свою на землю послала. Луна свет, все пути открывает, финансы мой дом зазывает, многократно их приумножает, истина». Теперь положите лавровый лист и денежку в отдельный кармашек своего кошелька. Возьмите его в правую руку, а левой поднимите что-нибудь тяжелое. Держа предметы в руках, скажите: «Как эта вещь тяжела, так и кошелек мой полон золота и серебра. Деньги ему вес прибавляют, его утяжеляют, ко мне доходы привлекают. Быть посему». Говорим все по одному разу. Вещь, которую использовали в ритуале, уберите на место. Кошелек верните в привычное место и используйте по назначению. Но ни в коем случае не тратьте монету или купюру, которую заговорили, хотя бы 3 дня. Защита от недоброжелателей. Завистники, желающие навредить и украсть часть удачи, могут появиться у каждого человека, а справиться с ними обычными способами не всегда возможно. Поэтому, если вы подозреваете наличие у себя недоброжелателей, перед рассветом наберите чистой простой воды. Далее, когда налили, скажите: «Бог милосердный, ты меня защити, от всех невзгод убереги, от недругов меня огради, от дел худых и недостойных отведи, от колдунов и колдуней закрой, от духов злых укрой. Ни клыку, ни когтю, ни слову черному меня не достать, надежной защите вокруг меня встать, быть посему». Говорим один раз, далее водой умываемся. Остатками можно обрызгать свое жилище. Привлекаем любовь. Вечером наполните стакан или другую емкость чистой простой водой. Далее рядом зажгите красную или розовую свечу. Далее скажите: «Любовь к себе привлекаю, счастье семейное обретаю. Как луна округлится, так и милый на мне женится. Истина». Сказать нужно 3 раза. Свечка пусть прогорит полностью, а водой просто умываемся. По народным приметам в этот день отмечают Ермолаев день. Людям, празднующим день рождения 8 августа, присущий оптимизм и большое желание достичь успеха. Прирожденная неугомонность не дает им шанса проводить время бездействия и упускать возможности судьбы. Этим людям сложно долго заниматься одним и тем же. Душа требует постоянных перемен. Однако с возрастом они начинают ощущать потребность в стабильности, комфортной и обустроенной жизни, а их талисман – агат. В этот день считался днем мужским. Мужчины с рассветом отправлялись на полевые работы, а женщины оставались дома и занимались хозяйством и садом. Под запретом для женщин были все рукодельные занятия, особенно вышивание и шитье. Согласно поверью, та, что возьмет 8 августа в руки иголку, нанесет большое несчастье своим родным. Если в доме чувствовалось напряжение и родные люди часто ссорились на пустом месте, это означало, что в нем преобладает негативная энергия. Убрать ее можно было с помощью простого магического ритуала. Ритуал на очистку дома от негатива и привлечение светлых энергий. В этот день достаточно было просто раскрыть все шторы, открыть окно, чтобы запустить солнечный свет в свой дом, и при этом сказать: «Солнечный свет, зло из дома гони, благополучие и отраду моей семье принеси. Нет больше ссор и нет злобы. Удача и счастье стоят у порога». Говорили 1 раз. Все. Вместе с детьми в этот день женщины собирали первый яблочный урожай, но собранные плоды пока не ели в чистом виде, так как ждали яблочный спас на 19 августа. Из яблок готовилось множество блюд и напитков, компоты, варенье, пироги и сидр. Так как с возрастом многих людей мучили боли в суставах, то старики выходили на утреннюю росу и 15 минут ходили босиком по траве. В этот день смотрели за поведением кошек, угощали мясными лакомствами, а также подкармливали бездомных. По примете, если домашняя кошка просит ее погладить, то человек ждет процветания, а если кошка трется об ноги, то скорая прибыль. Плохим знаком считалось, что если 8 августа кошка ложилась в детскую кроватку, это предвещало малышу тревожный сон. Из-за этого родители старались не допускать животных к детской постели.
В эту ночь снятся сны-указатели. Они дают много важных подсказок и показывают путь, который следует выбрать, чтобы получить желаемое. И по традиции, перед сном, один раз повторяем такие слова. Каждый день я меняюсь и становлюсь лучше. Я расслабляю все мышцы и свой разум. Вот говорим один раз.